Здравствуйте, друзья! Вы на канале «Умное здоровье». И сегодня я предлагаю поговорить о такой теме, как лечение панкреатита или лечение любых проблем, заболеваний с поджелудочной железы по системе Болотова. Совсем недавно у нас в гостях был Наумов. Это, в принципе, единственный врач, который лечит по системе Болотова. Официальный врач, живет он в Виннице. К сожалению, мы не смогли снять с ним интервью, но тем не менее мы с ним пообщались. Ну а сегодня мы будем общаться о лечении поджелудочной железы, именно панкреатитов. И за основу будем брать книгу доктора Наумова, которую он сделал вместе с ЗОЖ много лет назад. Если вы захотите, вы можете найти эту книгу в интернете. Итак, в официальной медицине считается, что заболевания поджелудочной железы достаточно сложно поддаются лечению. Но это не проблема, говорит доктор Наумов, для медицины Болотова. Достаточно принимать фермент или квас на чистотеле 3 раза в день за 30 минут до еды и натощак каждый день употреблять жмых, ну, например, капуста либо моркови. Вот как, значит, по поводу кваса. Значит, квас, рецепт кваса вы можете найти в Ютубе. Можно забить квас или фермент чистотела по Болотову, и будет достаточно много рецептов. Также мы записывали рецепты изготовления этого кваса. Я думаю, что ссылку я сброшу в описании. По поводу его употребления расскажу свой опыт. Значит, когда я пил квас, который сделан так, как описывает Наумов и Болотов, они его делают на воде с добавлением сметаны, сахара, и все это вроде 10 дней. Лично мне было принимать его достаточно тяжело. Вот я употреблял там буквально 2 столовые ложки, и что называется, выворачивало изнутри. На данный момент мы сделали квас на сыворотке. Можно ее делать, кстати, и на коровьей сыворотке, и на козьей сыворотке. Мы сделали на козьей сыворотке. И скажу вам, что я его пью без проблем и даже с удовольствием. Я могу выпить полстакана за один раз. И чувствую, что хочется еще. Я начал пить, потому что тоже чувствую какую-то тяжесть в желудке. Чисто для профилактики захотелось избавиться от этих ощущений. Дальше, по поводу жмыхов. Как мы делаем жмыхи? Соковыжималка, капуста. Делаем их каждое утро, то есть не запасаем. Поставили соковыжималку, пропустили капусту, жмых взяли, ну там отдельно сок, отдельно жмых, понятно. Взяли 3 ложки жмыха, я смешиваю их со сметаной и просто употребляем. И так каждый день. Доктор Наумов говорит, что проблемы с поджелудочной железой уходят достаточно быстро. И рассказывает он, вот сейчас вы видите, давно уже видите не только мою физиономию, но и книгу на вашем экране, которую я скачал с интернета. Вот, ну вот Дмитрий Наумов рассказывает о том, почему происходят такие проблемы с поджелудочной железой. Давайте не будем вдаваться в это. Если вы захотите, вы потом найдете эту книгу и прочтете сами. Мне кажется, что когда есть проблема, то ее уже надо решать, лечить. Ну, конечно, в принципе, интересно узнать, почему она возникла. Но, тем не менее, лучше, наверное, от нее избавиться. Итак, Наумов приводит пример. Ольга Степановна Смогли, 83 года. У нее был приступ холецистита, и она вообще собралась уже умирать, потому что человек не ходил, человек был чуть ли не лежачий, ничего не ел, и из него тоже ничего не входило. Значит, начала употреблять жмыхи, квас на чистотеле вводили постепенно, вначале по одной столовой ложке, разводя в 1/2 стакана кипяченой воды 3 раза в день, постепенно доведя до 1/3 стакана уже не разбавленного кваса 3 раза в день за 30 минут до еды. Через 1 месяц лечения квас на чистотеле добавили квас из красной рубины, приготавливаемый и принимаемый по аналогичной схеме. Питание тоже, о котором говорилось выше, включая употребление соли, копченой селедки, различных квашеных овощей. По поводу питания по Болотову, также это не в этом выпуске, вы можете
загуглить или написать в Ютубе, и вы найдете эту информацию без проблем. По поводу соли скажу, что после еды через 15 минут положить щепотку соли на язык, рассосать и проглотить. Это рекомендации Болотова. Это стимулирует работу желудка, стимулирует выделение соляной кислоты, вот, и, соответственно, растворению токсинов, приводит к быстрому растворению токсинов. Ну, друзья, в двух словах, в общем-то, и весь рецепт. Единственное, что еще хотел сказать, о том, что самое главное в нашем жизни, это вот чувствовать радость каждое мгновение, что бы ни было, с какими бы проблемами мы не столкнулись, потому что это самое главное. Ну, иначе никакое лечение не пойдет просто нам на пользу. А на этом все, друзья. Пишите ваши отзывы в комментариях. И спасибо, что вы были с нами.